Кукла на счастье. Под таким названием прошла выставка в Хандыге. Свои коллекции в ней представили около двух десятков ценителей кукол. Мария Винокурова продолжит тему. В Хандыге в Тампонской центральной библиотеке открылась выставка «Кукла на счастье», в которой представили свои коллекции около двух десятков ценителей кукол. Цель выставки – поддержка и выявление талантливых мастеров, стимулирование создания новых работ. Здесь представлены как авторские куклы, сделанные руками мастериц, так и фабричные, привезенные из дальних странствий коллекционерами. Посетители выставки вместе с куклами побывали и в загадочной Японии, и в жаркой Испании, и даже на Кавказе, прикоснулись к культуре и истории разных народов. Ведь каждая кукла – это частица души той страны, откуда она прибыла. Интересно то, что мальчики смотрят с таким интересом и все расспрашивают. И очень приятно, что дети знают национальные костюмы народов. Китайские, корейские, причем дети их отличают. Японские куклы, монгольские куклы. Особый интерес, конечно же, представили авторские куклы. Совершенно разные по исполнению, маленькие и большие, из различных материалов. Полимерной глины, монтажной пены, пластика, хлопка. Каждую деталь мастерицы лепят и шьют вручную. Большое внимание уделяют костюмам. В этой большой коллекции кукол сошлись национальный колорит, этнические мотивы и традиции. Каждый посетитель выставки, невзирая на возраст, смог окунуться в атмосферу радости и мира и хотя бы на минутку прикоснуться к понравившейся кукле на счастье. Мария Винокурова, Павел Сивцев, НВК Саха, Хандыга.